Безумно вкусный торт медовик. Для начала подготовим коржи. В сотейнике растопи сливочное масло, добавь яйца, сахар, соду и мед. Постоянно помешивай. Масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Добавь получившуюся массу к просеянной муке и замеси тесто. Если оно получается липучим, добавь еще немного муки. Накрой тесто полотенцем и оставь при комнатной температуре на 10 минут. Раздели тесто на несколько частей и раскатай каждую в круглый и тонкий пласт. Выпекай каждый корж 2-3 минуты при 180 градусах. У меня получилось 12 коржей диаметром 20 см. Для крема соедини сметану с сахарной пудрой и перемешай венчиком. Смажь каждый корж получившимся кремом, укрась ягодками и убери в холодильник хотя бы на 2 часа. Затем можно подавать. Всем приятного аппетита!